Актер, юморист и диджей. Мурманск посетил Александр Незлобин. Резидент Comedy Club представил мурманчанам сольную программу «Женат». Выступление Александра должно было состояться 1 ноября, но в связи с авиакатастрофой, произошедшей в небе над Египтом, во всей стране был объявлен траур, и концерт перенесли на 2 дня. Концерт Незлобина собрал почти полный зал, хотя высокая цена на билеты удивила даже самого резидента Comedy. Искрометный монолог о взаимоотношениях мужчин и женщин постепенно перерос в беседу со зрителями. Кстати, всех опоздавших Александр приветствовал лично. Нет, ну сейчас более-менее было, я видел, больше 80% зала смеялся. А вы что пришли? Ошиблись номером. А мы на мультик. Острый на каникулах. Проходите. Что вдвоем, где мужики? Без мужиков сегодня. Сегодня без мужиков? Да. Марьян? Такие довольные, да, зашли? Мы сегодня без мужиков. А думаешь, ваши туда придет? Скучают вдвоем. Очень грустно, он сидит на диване. Моя ушла. А Малахов отсюда, да? А? А, из Ободии! А я-то и думаю, вроде Мурманск нормальный город. Думаю, неужели с задней стороны можно выйти?